кидает лук. Уважно слушать. Дай Боже и вам. Я думаю, что нет. У нас ясный, блядь, прикошлости, что мы на всякий черный, желтый. Да. Ясно. Ну, блин, пахнет так и есть. Лук во фритюре готов, только надо еще было его в яйце, в муке и в масло. Три готово. Ну вот и все. Можно жарить пищу, да? Да.